Спать долго работники депо не привыкли. Работа с самого утра кипит. В разных районах, на разных участках. Сегодня до обеда приводили в порядок одну из самых оживленных артерий города – бульвар Шевченко. Ремонтировать дорожное полотно – дело непростое, требующее определенных погодных условий и профессионализма. А чтобы работа была выполнена качественно, даже зимой выполняют этот трудоемкий процесс одним из двух методов. Методом инфракрасного нагрева. Когда разогревается старое покрытие, добавляется рециклированный асфальтобетон, тоже разогретый до определенной температуры, и потом происходит уплотнение. И вторая технология – это литым асфальтобетоном, который мы покупаем он в холодном виде, его разогреваем, и потом в специальных таких котлах он разогревается, и потом производится ямочный ремонт. Значит, эти технологии позволяют производить ямочный ремонт в принципе, при любой погоде до минус 20 градусов. Правда, с одним условием – никаких осадков. В таком случае выполнять ямочный ремонт можно без опасений. А чтобы процесс шел исправно, ежедневно специалистами дорожно-эксплуатационного предприятия выполняется мониторинг улицы состояния дорог. Только после этой процедуры составляются планы работ. К примеру, сегодня силы специалистов были брошены помимо бульвара Шевченко на ремонт дорог в центральной части города, а также в микрорайоне Восток и Ковалева. Такая погода хорошая. Вот сейчас латать – это зимний вариант этой установки, силкод 70-80, мороз стоит хорошо, а в дождь то нельзя работать с такой, потому что ямки вываливаются, а так-то оно вроде как, ну, хорошо держится она. Водителям стоит быть готовыми к возможным пробкам и заранее выбрать пути объезда, но специалисты уверяют, что дорожный дискомфорт продлится недолго. Сегодня они завершат работу на бульваре Шевченко. При благоприятных погодных условиях проведение ямочного ремонта в городе будет продолжено.